Сегодня 26 октября и очередное футбольное воскресенье в самом разгаре. На этот раз мой репортаж о матчах зоны Запад. День начался с дерби РГГМУ. На поле сошлись Гидра и Фасоль. Первый тайм счет оставался сухим. Однако во втором ворота обеих команд были распечатаны 6 раз. Итоговый счет 4-2 в пользу Фасоли. Победа удалась довольно трудно. Были проблемы в защите и нападении. Да. Команда соперника очень хорошо оборонялась, атаковала. Легко не было. Да, начало матча для нас сложилось очень удачно. Было довольно тяжело. Это все-таки как-никак дерби нашего универа. Но в конце, наверное, первый тайм мы собрались, начали больше делать опорную атаку, душить соперника. И потихоньку начали наши действия привели к положительным результатам. Матч между СПСУ «Пингвинс» и командой «Хардкорт» начался с гола последних в свои ворота. Пытаясь исправить ошибку, ребята из «Лути» много раз штурмовали ворота соперника, но безуспешно. А вот «Пингвины» забивали раз за разом. Итог матча 8-1 в пользу СПСУ «Пингвинс». Вот как прокомментировал поражение команды игрок «Хардкорт». Во-первых, потому что команда слегка не сыграна, не пришли некоторые игроки, и у нас не было вратаря, по сути. Вратарь травму получил. Думаю, к следующей игре уже я вернусь в ворота. Защитники придут, и все будет получаться. Первые минуты следующего матча были обозначены еще одним автоголом в исполнении Гидры. Однако, в отличие от коллектива из Лути, ребята смогли реабилитироваться. Стоит отметить, что все голы в этом матче принадлежат игрокам Гидры. СССР Гидра, счет 1-2. Выиграли с первой победы, хочу поздравить ребят. Наконец-то поняли, как нужно играть. Конечно, было трудно, старались. Проиграли Фасоли 4-2, извлекли какие-то уроки из ошибок. В принципе, неплохо сыграли. По всей видимости, автоголы стали неотъемлемой частью воскресных матчей на Комендантском. На этот раз в своем втором матче отличилась команда СССР, и это стоило ребятам победы. Упорная борьба завершилась счетом 5-4 в пользу СПСУ «Пингвинс». Стоит сказать, что половину голов «Пингвинов» забил Илья Копчик, плюс 5 «Хардкору», итого 7 мячей за 2 матча. Немножко расслабились, настроились соперника, и поэтому первый тайм проигрывали 3-1, но в втором тайме мы смогли переломить этот матч и выиграть 5-4. Второй матч, конечно, было тяжеловато, да, мы так начали вяло, но потом немножко разбегались, и уже было получше. Первый матч мы играли против аутсайдера группы, и получилось так, что мы проиграли из-за двух нелепых ошибок. Да. Второй матч мы вели, но, видать, опять какой-то рост. Можно сказать, соперники были сильнее, чем мы. И плюс у нас заболели ключевые игроки, и сегодня собрались не все. Прямо за моей спиной разминается команда «Натус Винсер» в ожидании своего соперника, который не торопится приходить на поле. Опоздав на несколько минут, «Спортинг» все-таки появились на поле, и почти сразу был дан стартовый свисток. Сказалось ли то, что команда опоздала, или что «Натус Винсер» играли более многочисленным составом, но «Спортинг» уступил со счетом 3-5. Не знаю. Пропущенный гол первый смутил, занервничали. Команда играла сегодня сильнее, чем мы, стоит признать. В следующем матче произошло знаменательное событие, а именно первый гол нашумевшей в СФЛ команды «Нексус». Чем говорить, лучше один раз увидеть. В этом же матче состоялся и второй гол. Несмотря на хорошее начало, а «Нексус» забили первыми, удержать преимущество не удалось. 7-2 в пользу команды «Легион». Выиграли 7-2. Конечно, это всегда радость, когда побеждаем. Но, как известно, в нашей турнирной позиции это довольно-таки мало что меняет. Мы все равно остаемся в нижней части таблицы. Но это нам дает стимул играть дальше более уверенно, более хорошо. Если начинался день с дерби РГГМУ, то закончился другим дерби – дерби Государственного университета. Сошлись «Нексус» и «Натус Винсер». Первые 7 минут журналисты держали оборону. Однако, распечатав ворота соперника однажды, «Нави» было не остановить. Итоговый счет 15-0. Матч со «Спортингом» мы выиграли, мы наиграли на победу, потому что и комбинации были, и слаженная игра в защите. Поэтому тут лидерство наше безоговорочное. Сегодня постарались дать по максимуму сыграть каждому из наших игроков и, в принципе, забить как можно больше мячей. В принципе, нам это удалось.
И сыграли все, и мячей забили свыше 10. Поэтому задача на матч выполнена. Элементарных действий не могли сделать. Один из мячей мы пропустили, потому что игрок просто не попал по мячу. Вот, и как бы, ну, если бы не ошибки в обороне, могли бы зацепиться за очки. Вторые ребята были гораздо сильнее первых. И действительно, если в первом могли зацепиться за очки, то во втором, да. Нам нужно сыгрываться, потому что нужно понимать, кто где играет, кто действует на какой позиции, плюс тренировать удары, игру в пас и обработку мяча, конечно же, потому что с этим вообще ужасно. Марина Шорикова, специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга.